Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами нашего познания? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать послания с небес? Можем ли мы узнать древние секреты сверхъестественного? Существует ли чудесное исцеление? Сид Рот провел уже более 35 лет, исследуя сверхъестественный мир. Присоединяйтесь к нам в программе «Это сверхъестественно». Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Вам бы хотелось оказаться 2000 лет назад, в день Шавуот, то есть день Пятидесятницы, и иметь возможность поговорить с ловцом душ человеческих, Петром? Вы бы задали ему вопросы? Ну, как это было, скажи, что ты видел? Дорогой Петр, ответь, что ты почувствовал в тот момент? Уверен, вы бы задали ему много вопросов. Сегодня у меня на программе будет еврейский режиссер. Он на протяжении целых 8 лет изучал 3 знаменитых исторических момента возрождения людей в Северной Америке. Я уверен, что когда он расскажет вам свою историю и то, что он обнаружил, вы будете в восторге от услышанного. Вы сможете сами это ощутить. Приветствую вас, это Сид Рот, и у меня в гостях Уоррен Маркус. Это будет неожиданностью для вас, потому что Уоррен является исполнительным директором программы «Это сверхъестественно». Его самая большая мечта была стать режиссером, и он смог этого добиться. Однажды он снимал рекламный ролик на Мэдисон-авеню и услышал проповедника, который не отстал от него, пока Уоррен не уверовал в Мессию. Уоррен всегда говорил, что не хотел быть режиссером рекламы дезодорантов, что должно быть что-то большее, чем бы он мог заниматься. Спустя некоторое время он начал работать с Пэтом Робинсоном, где отвечал за самую удивительную евангелизационную программу на CBN. Итак, что же это была за программа? Уоррен, расскажи. «Не спрашивай меня, спроси у Бога». В программе участвовали многие знаменитости, например, Майкл Джи Фокс. Самое важное, что ее транслировали по всему миру. 16 миллионов зрителей смотрели эту передачу. Мы получили 115 тысяч писем от людей, которые молились вместе с Пэтом и приняли Христа. Разве это не удивительно? Затем Уоррен работал с Джерри Фолвеллом, а затем я позвонил ему и сказал: «Уоррен, я много лет выступал на радио, а ты знаешь, как работать на телевидении. Научи-ка меня, что делать, я хочу начать свою собственную программу в Канаде». Тогда он решил приехать и показать мне, что да как. Я его утянул в прямом смысле слова от самого Джерри Фолвелла. Однажды Уоррен пришел в церковь в Торонто, Blessing Airport, где он увидел людей, смеющихся, трясущихся и прочее и тому подобное. Раньше он такого никогда не видел. Скажи, что ты тогда подумал обо всем этом? Да уж, только правду. Я спросил себя, у вас в церкви происходит много исцелений? А ты ответил, с чего ты так решил? Почему должно быть много исцелений? Потому что здесь много людей бьются в конвульсиях, многих трясло. Звучит смешно, но это правда, именно так он и подумал. А что бы вы подумали, увидев трясущихся людей повсюду, и даже музыка не играла? А ты сказал, нет, так происходит, когда сила Господня касается людей. Такое происходит с людьми. Хочешь, они и за тебя помолятся? Я представил, что вернусь обратно в Линчбург на свою программу с Джерри Фолвеллом, где я являюсь продюсером, начну разговаривать с людьми, а меня будет трясти все время. Я очень испугался.
И вдруг подумал, что вся моя репутация пойдет коту под хвост. Так-то? Давайте посмотрим на человека, который смеется. Пожалуйста, дайте пленочку. Можно задать вам вопрос? Я видел, как вы смеялись и радовались. Вам было весело? Очень весело. А что произошло? Что вы чувствуете? Здесь жарко. Что с вами? Что-то внутри меня. Что внутри? Счастье и любовь. У нее этого в избытке. Сказать по правде, я был в шоке. Никто не возлагал рук на этих людей, не было никакой особенной молитвы или прославления. Ничего особенного не происходило. Никто не мог объяснить причину их эмоционального безумия. Происходило что-то сверхъестественное. Сейчас я вам расскажу, что это было. Что произошло с вашим браком? У нас был очень плохой брак. Мы просто жили вместе. С самого первого дня брак был похож на катастрофу. Очень плохие отношения. Однажды даже мне захотелось его убить. Мне захотелось избить его, захотелось разрушить все его вещи. Как только я находила какую-нибудь его вещь, я сразу ее ломала. Я бегала за ним с ножом. Семейные психологи говорили нам, что выхода нет, что у меня что-то внутри, с чем они не могут справиться. А муж мне сказал, что сможет от этого избавиться с помощью Иисуса Христа. Теперь моя жизнь изменилась. Я очень изменилась. Как будто что-то вырвалось из меня. Я хочу обнять всех, даже людей из Южной Африки, неважно, какой у них цвет кожи. И я люблю своего мужа. Он самая большая моя любовь. Похоже на розыгрыш на программе «Скрытая камера». Уоррен, там был один психиатр, который сильно повлиял на тебя. Расскажи нам, пожалуйста. Он наблюдал за всеми этими людьми, как они получали освобождение на раз-два. Он сказал, я больше не лечу своих пациентов, я просто пишу им адрес и время, когда нужно прийти в эту церковь. Давайте с ним познакомимся. Мудрость вышла на улицы, истина и идет к вам. Прикоснись, прикоснись к ним, Господь. Почему людей так трясет, они кричат, плачут, смеются? Объясните это как психиатр. Все эти проявления человека во время молитвы являются реакцией на присутствие Господа. Это очень сложно понять, но когда сверхъестественная сила касается людей, у них появляется такая реакция. Это ответ на силу Божью. Я вижу в этом силу Божью, Божью работу. Кто-то смеется, кто-то плачет, кого-то трясет, кто-то катается по полу. Неважно, что с ними происходит, главное, что после этого они становятся абсолютно другими людьми. Неважно, как они выглядят при этом. Главное, что Бог работает внутри них. После всего этого они меняются. Итак, Уоррен, что случилось с тем милым продюсером с Мэдисон Авеню? То есть, что произошло с тобой? Я просто ходил среди этих людей, наблюдал за ними, слушал. Вдруг мне стало так не хватать Бога, и я сказал, «Господь, я больше не могу так жить. Я хочу ощутить то, что ощущают эти люди. Я не хочу вернуться домой, не прочувствовав этого. Коснись меня, сделай что-нибудь». Тогда Господь коснулся меня, и я вдруг почувствовал, такую тяжесть, что у меня не было сил ее выдержать. Я начал плакать так сильно, что не мог контролировать себя. Я упал на пол, закрыл лицо руками, и когда я лежал на полу... А почему ты закрыл лицо руками? Мне было стыдно. Стыдно, потому что я так сильно плакал, но я не мог остановить этого. И вдруг я увидел людей, которые нуждаются в Иисусе. Они стояли у стены плача. Это был мой народ, это были евреи. Они взывали к Господу. А потом я увидел христиан, верующих людей, которые находились в церкви и взывали к Богу. «Бог, где же ты?» — спрашивали они. «Моя дочь не верит в тебя. Мой муж ушел,
от меня. Именно тогда я услышал слово Господне. Что же он сказал? «Я хочу, чтобы ты запечатлел все, что здесь происходит, как я меняю людей. Я хочу, чтобы мир увидел и услышал это». Сколько людей смогли посетить церкви, в которых происходило это пробуждение? Одно было в Канаде, потом в Смистоне, Миссури, Пенсаколе, во Флориде. 4,5 миллиона человек пришли в церковь Торонто. Еще 4 миллиона в Пенсаколу и в Смитстоне. 350 тысяч человек. Люди приезжали со всего мира, чтобы прийти в эти церкви. Могу представить, что жителям этих городов все это было не по душе. Почему ты запечатлел эти 3 церкви, именно их? Я четко слышал, как Господь повелел мне это сделать. Это горело внутри меня. Я был свидетелем того, как невероятные дела творил Господь. Люди друг за другом рассказывали, как Бог изменял их жизни. Расскажи нам какие-нибудь еще истории. Там был один парень, Патрик Уотерс. Он был пьяницей и продавцом наркотиков. Он пошел на это служение в Бронсвилле, покаялся там, избавился от зависимости. Затем он отучился в христианском университете в Бронсвилле, а сейчас он пастор в церкви города Пенсаколы. Он принял Христа в 96-м. Другой парень был просто исчадием ада. Он сидел дома, переключал каналы, и вдруг увидел программу, рассказывающую о том, что происходило в церкви Бронсвилле. Пошел туда с женой, они покаялись, начали ходить в христианский университет в Бронсвилле. Теперь он миссионер в Африке. Еще была девочка Лесли, она покаялась на служении. В тот момент она находилась в глубокой депрессии. Ее брак потерпел крах. Она получила освобождение по милости Господней. Знаете, думаю, стоит поаплодировать всему тому, что мы сейчас услышали. И вы, наши зрители, тоже можете поаплодировать этому. Это стоит того. Мы смогли найти знаменатель, общий знаменатель для всех этих служений освобождения. Это отчаянный, сильнейший голод по Господу. В доказательство я предлагаю послушать пастора Килпатрика из той знаменитой церкви в Пенсаколе. Хочу, чтобы вы услышали те эмоции, которые он испытывает. До того, как прошло служение освобождения у нас в церкви, как-то я пришел сюда. Я лег на первый ряд стульев. Вот в этой стороне. Раньше здесь не было стульев. Я просто пришел сюда рано утром. Я не включил свет, я забыл закрыть за собой дверь, и сработала охранная сигнализация. Было 3 часа утра, что-то глубоко внутри меня взывало Господу. Я сказал: «Господь, должно быть что-то большее, чем это». Я пришел в это здание и плакал вокруг. Было темно, и еще не рассвело. Было всего лишь навсего 3 часа утра. Около 4 светало, но я взывал к нему. Я лег на тот ряд сидений, обхватил себя и начал кричать. Я не мог сдержать себя. Я просто плакал, кричал. Я восхищался славой Господней, которая была там. Я кричал: «Господь, я нуждаюсь! Я нуждаюсь в Тебе!» Есть что-то большее, и он получил это. Стив и Кэтрин Грей, что они узнали? Стив был уже на грани, он хотел уйти из церкви. Он хотел развестись с женой, но пришел на наше служение освобождения с последней надеждой. Но он пришел в церковь в городе Смитстон, Миссури, и там с ним произошли невероятные изменения. У него появилась надежда. Вечером он вернулся домой, рассказал все, что с ним произошло, а потом сила освобождения коснулась и его церкви. Чудо. Произошло чудо. Господь коснулся его своей рукой, и Бог услышал мои молитвы. Он вернул мне мои мечты, показал, что все они обязательно исполнятся. Я увидела своего мужа, входящего в дверь. Он входил в эту дверь на протяжении последних 12 лет. Музыкальное служение уже началось, мы прославляли Господа, и когда мой муж вошел, на часах было 18:20. Я смотрела на часы, потому что муж опаздывал. Мы не виделись уже 2 недели. Я просто хотела узнать у него, есть ли надежда для нас и наших отношений. Я знала, что тогда был решающий момент для нас двоих. Я светился. Господь осветил меня. Мои глаза, мой рот, я весь сиял. Последний раз, когда меня видела жена, я был совершенно другим.
Я ужасно выглядел. Но теперь я просто светился. Улыбка не сходила с моего рта. Я зашел в зал, поднял руки вверх и начал прыгать. Вверх и вниз. И вдруг сила, которая светила меня, начала освещать и других. Сила Господня коснулась его, и это было видно. Эта сила исходила от него. У него были большие глаза и улыбка во весь рот. За всю нашу совместную жизнь я не видела его таким счастливым. В нем была свобода. Свобода, о которой я так молилась. Он начал делать то, что никогда раньше не делал. Он поднял свои руки вверх, начал улыбаться и прыгать вверх-вниз. В тот момент как будто электричество исходило от него и проникало в каждого, кто был в зале. Это было чудо. Все побежали вперед к сцене. Здание, в котором проходило собрание, было построено в 1859 году и было очень ветхим. Мы радовались. Наша жизнь наполнилась счастьем. Мы почувствовали присутствие Господне. Я уверен, что это только начало. Мы уже никогда не будем прежними. Это сверхъестественно. В нашем мире есть разделение на них и на нас. Мы все время сравниваем себя с ними. Но в Писании сказано, что Мессия разрушил стену разделения между нами. Евреи и эллины могут создать единый народ, новую нацию, где царит духовная полнота. Самую великую нацию, которая когда-либо существовала. Седрот показывает стихи из Писания, которые помогут нам рассказать евреям о Христе. Через свой единый народ Господь совершит великие дела. Мы сможем увидеть, как осуществляются обетования Божии. На нашем сайте вы сможете прочитать основные принципы создания единого благословенного народа. Вы поймете особенности еврейского народа. Узнаете, как все народы могут ощутить благословение Божие. Заходите на наш сайт и узнайте, как единый народ может получить ключи от благословений Божиих. Sidrot.org. Это сверхъестественно. Пожалуйста, я прошу вас, не думайте, что все это просто спектакль. Я чувствую присутствие Божие. Его сила, она слышна в музыке. Я верю, что многие из вас почувствуют изменения в своей жизни. Когда я слышу эту музыку, я сразу чувствую присутствие Господне. Сейчас для вас поет Стив Грей. То, как он поет, это что-то невероятное. Я предлагаю всем вместе послушать его. Вы здесь, присутствующие, и наши телезрители наверняка думаете, что все это просто эмоции. Ничего особенного. Расскажи мне про того социолога. Маргарет Палома проводила исследование в течение последующих 2 лет среди 1000 людей, которых трясло от силы Божией, и они падали на пол от его присутствия.
Тогда многие сомневались в происходящем, но Маргарет доказала, что и по прошествии 2 лет люди все еще горели силой Господней. Они также были счастливы и воодушевлены. Это исследование проводил независимый социолог. Я лично знаю людей, про которых я снимал видео, и они до сих пор следуют за Господом. Это было в 95-96. Мы должны понять, что если сила Господня касается вас однажды, она уже никуда не исчезнет, она всегда будет внутри вас. Могу сказать про себя лично, прошло уже 8 лет, но ничего не изменилось. Как вы думаете, Северной Америке нужно еще одно пробуждение? Нужна ли миру сила Господня, а? Думаю, что да. Господь тоже думает, что да. Мы сейчас покажем вам видеоролик, которого вы никогда еще не видели. Миллионы людей услышали это, после чего их жизнь изменилась навсегда. Сейчас вы увидите Стива Хилла из Бронсвильской церкви. Чарити Джеймс сейчас будет петь для вас песню, если вы еще не познали Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Просто попросите у Бога прощения. Это и есть покаяние. Покайтесь и поверьте, что Его святая кровь омоет все ваши грехи. Попросите Его стать вашим Господом. Может быть, вы отошли от Бога и не замечаете этого. Не оборачивайтесь назад. Нет! Смотрите только вперед. Я призываю вас. Может, это ваш последний шанс принять Христа. Выходите. Выходите вперед. Давайте, выходите. Я говорю тебе, говорю, Бог призывает тебя сейчас. Вы избранные дети Божьи. Он простит тебя. Он очистит и омоет тебя. Не позволяй греху владеть тобой, друг. Отрекись от греха и скажи Христу, «Я больше не могу так жить! Очисти меня! Очисти меня, Христос! Освети меня, Христос! Спаси меня и обнови! Он исполнит! Он все совершит, если только ты покаешься перед Ним! Покайся! Покайся прямо сейчас! Немедли! Поторопись! Давай, торопись, торопись! Придите! Спешите!» Господь благословит вас. Господь благословит вашу семью. Выходите. Выходите вперед. У кого есть желание, не медлите. Исцеление. Оно здесь. Давайте. Бог благословит тебя, сынок. Вы должны покаяться, потому что Он очистит и омоет вас прямо сейчас. Преклоните свои колени перед Ним. Да, покайтесь. Покайтесь и скажите Ему, «Христос, войди в мое сердце. Омой меня. Очисти. Будь водителем моей жизни. Будь моим спасителем. Господь благословит вас». Он обязательно благословит вас, поэтому не медлите. Он благословит вас. Вперед! Торопитесь! Да! Бог обязательно благословит вас, ведь Он верен своим обещаниям. Иисус — наш Спаситель. Иисус.
Я могу чувствовать это. Встаньте на колени, преклонитесь перед Господом, идите за Христом, ведь Он ваш Спаситель. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Смотрите в следующем выпуске. Мой сегодняшний гость умер по всем существующим медицинским показателям. Он очутился на небесах и попал в комнату под названием «Комната частей тела». Эти части тела приготовлены для нас. После того, как он узнал, как все работает, люди начали получать эти части тела.